Стал, объект оставил, у тебя лежит. Давай, на базу. Сейчас было 20к ДПС нах. Начисли КП-то закрыток. Так он начислил уже. Если что. Не видно. Отдал, блять, 13к хп. Уходи, Тоха. Полплеют.
Вот этот пояс наложен. Плечи без ГП возьму, потому что всегда их без ГП отдают, эти плечи. Я его даже чувствую. Давай без ГП, с ГП кидай. Без ГП, да. Их всегда без ГП отдают. Ну, если ты на мейн ролишь на Элема, значит ГП. Да, ворспыли их нахуй. Я ж грудак на холи палос с ГП забираю. Какие-то проблемы с захилом. Очень серьезно. Просто как бахнула хилов. Не, первая и вторая пати всегда на фул хп были, потому что там шп. Ну, два хила только что хилили на ловушке. Кстати, я тут вот установил вчера ЕПГП, пытался разобраться, как накинуть ЕП, например, всему рейду. Что для этого нужно нажать? Массовое начисление. А, нужно на всю гильду начислить, не? Нет, только кто в рейде. А если без рейда это делать, то чего? Точечно выбираешь игрока из этого.
Ты сейчас леди в гуде. Закрываешься да. ПГП. Что-то видишь, давай тут показать всех галочка. Ее убираешь, там будет видно весь всю гильдию. Ее убираешь, это будет вообще тех, кто в рейде, кому ты будешь массово начислять, типа. У меня здесь нету этого. А, сейчас. Вот, у меня сейчас показываются только те, кто в рейде, да. Ну там если показывать все галочку, нажимаешь, там гильдия будет показываться. Все понятно. И когда я жму на кнопку вот это массовое начисление, оно будет начисляться тем, кто показывается. Не, ну перед тем, как начислять, надо, чтобы не было показывать всех. То есть те, которые тебе вредят, да, чтобы тем начислять. Окей. Да. А вы что, уже лед убили? Или что-то такое? А сколько, троих или двоих? Попал на грудь чаря 10 к статам или на ману? На статы. Может кто-то чернуть в рейде на статы? А сколько мы идем по времени? С демоном был бы быстрее.
Что это такое? У меня КД, ребят. Какой район у тебя? Где живешь? Ладно, точнее. Ну, блядь, конкретно где в районе? А, блядь, в самом Искитиме. Когда ты раздаешь... Может, знаешь. Когда раздаешь лут с босса, ты пользуешься там каким-то аддоном или просто там даешь, а потом вручную начинаешь ебать этот ГП? Ну, то есть, просто выбираешь группу, даешь, а дальше вручную вписываешь этот ГП чуваку, да, за нее? Я просто оттуда сам учусь в городе. Чуваки встретились. Нормально, наверное. Дай, сер. Давай сумонься. Да. Баты 25-ки щит, да и десятки тоже нафиг не нужен. Маны хватает. Да, тут демона нету, да. Капара закинь вместо Барвели в пятый пати. Они поменялись местами. Тренги на диван есть у всех. Есть. Уничтожит весь Азерот! Не могу
в одной комнате, может получиться что-то любопытное. Не боюсь, что сразу передали. Бля, я думал, зеленый вообще будет, сука. Это именно мы. Ману залить, шаману. Только скажи, когда именно. Дайте инер. Ханси, шаману, готовь пати. Thank you.
Ты сейчас на полную прожимаешься? Мне не нужен, у меня все освещено. Фламбу, например. Куклой и троечкой можно бить слизней. Там неплохо по 15 карьет и бьешь. Нет. Ну, а я протопал, ты холика. И кто тебе забрать, Рик? Ну, кого-нибудь спекнем хила во второго вершина. Попить маги кто-нибудь или столик. А, так и есть. Слав, только я один туда, еще один, два, три, и все уже. По-моему, он самый нервозный босс, это только леди. Да пофиг, нормально. И крест также раздался.
Что, кого ждем? Неужели прибыли, наконец, хваленые силы света? Мне бросить... АДК там... Ты слева танчишь. Вот здесь вот Мирики. С другой стороны. АДК вообще в этом баркане? Блядь, он по-другому как-то. Или чё как? Держи лича так, чтобы он смотрел в рейд, чтобы этот шаркарь появлялся, ну, в сторону РДД, короче, чтобы смотрел лицо. Доказательством моей безграничной мощи. Да будет так! Герои в атаку! Я оставлю тебя живых, чтобы ты увидел финал. Допустить, что величайший служитель света пропустил рождение моего мира. Ну? Ну, блядь! Мирики пробежали. ДК диспел. БДК диспел. Диспел, ты чего? Почему не диспелят никто? Пришел конец. Пришел конец. Пришел конец. Надежда. Пришел конец. Пришел надежда. Что ж ты? А его добивать будем потом. Ку-ку. Ку. Ку. Смешно очень. Тебе как-то глухо слышно. Давай один трай дадим и пойдем спать. Потом будет ролить люди. Не-не-не, я не смогу. Ну так что, расходимся или что-нибудь? Ну я пойду бить Кичава, идите. Ну потом предупредишь нас, мы придем, что мы разводим. Я иду с этим парнем, у которого плохо работает микрофон. Так, посмотрим, что у нас по рейду. Ну я вот думаю сейчас. Так, Ламба это кот. Да. Перичка это кто? Хил. Три хила сейчас, да? Блять, я там 1-2 трая, и все, я уже никакой.
Хорошо. А, я через один троих все тоже. Здравствуйте все. Топар, диспелис, чуму. Барвелис, Пекася, в ДД они вдвоем захилят. Так, трусы станет деморонайзер. Кружок станет. Жабоящер, ты тут? Да, да, хорошо. Жабоящер, ты тут? Да, да, рис. Умеешь станет Вальку? Лучше не накачать. Заебешься ждать. Я понял уже по ответу, что он умеет. Ладно. Придется научиться. Станет ромбик. Кружок, вот, первая волна, вторая, Виталий Кун, ВДК, ВРК. Слышишь, у Виталий Куна рука сломана, лучше пусть Ага. Да-да-да, но меня лучше не рассчитывать. На тебя не рассчитывать, да? Ну угу. Тогда ты не вторую волну постанешь кружок, а первую. Так и быть, а вот вторую волну. Ага, что, еще хуже, блядь, вообще без рук. Бля, сейчас я найду чек этот, где он у меня. Чек. ВДК ВРК, который танчит. Да. Танчу лича лицом к РДД-зоне и танчу вот так, чтобы ты не стоял близко протопалу с трэшем. Это понятно, да? Напиши, что ты понял, что там. Да понял. На второй фазе ведешь лича за вальками. Но смотри внимательно, чтобы тебя не кинулся сквернение. Если кидается сквернение, быстрее выбегай из центра. На жнеце прожимайся. Давайте чекнем. Ладно, Виталику ничего не делай. Хотя он первый по ДПСу, смотрю, со сломанной рукой. В этом рейде. Да, тут обман зрения. Да, 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 блядь. Пошел запускать. Ну, я в Долоране тогда, да, постоял. Ну, точно что не говоришь, что ты в Долоране. Не знаю, написал в окушках. Сейчас я. Связи с тобой в силы мысли. ТМП написал. Что-то поставил, не сумасшедший. Давайте хлопа по рейду. Милики в квадрате стоим. РДД зона в звездочке. Пёлочка, будем снимать исступление. Блин. Чек. Стебал. Заспекайся, Уэнха. Ваня, готов? А, да, готов. Я пошел запускать. Вахните, пристаба. Ага спрашивает, станет там что-нибудь. Давай, Ага, кружочек первую волну, вводит вторую. Прибыли, наконец. Что там, Верзила, стак и раскол. Мне бросить ледяную скорбь и сдаться на твою милость, Фордри. Мы даруем тебе быструю смерть, Артас. Более быструю, чем ты заслуживаешь за то, что замучил и погубил десятки тысяч душ. Ты пройдешь через эти мучения сам. И будешь молить о пощаде. Но я не буду слушать. Твои отчаянные крики послужат доказательством моей безграничной мощи. Да будет так! Герои в атаку! Я оставлю тебя в живых. Я не видел финал. Не могу допустить, чтобы величайший служитель света допустил рождение. Повернули сейчас лицом к РДД-зоне, милики, ловушка, встали все в квадрат. На
Извиняйся. Поверни плеча лицом к РДД-зоне. Виталик, он нанеси чему. Не спальте верзилу, умирает. На ПДК ловушка перебежали. Че к парню ты сходишь? Милики, милики. Ловушка. Вижу, видит они все. Ну, спел. Милики, ловушка. Жаль, не надо. ПДК что-то антишь лицом к этой зоне. Перебежали, квадратик. Блять, ну ты, сука, какой-то неадекват, конечно. Вид, чума, дисплей. Пизду, давайте падать, копарты тут. Меня слышно, Мирка? Да. Глухо, на самом деле, слышно. Я сильно громче сделал, Мирка, чтобы тебя слышать. Я зайду, Мирка, через комп. Парень ничего не диспелит, не умеет, наверное. Олег, все, я пошел даже там, сорян, я пошел. Ну, давай. Осторожно, Валька летит. Гэндальф, стой. Как ты успел пробежать? Ладно, сейчас попробую БДК и комбо-трогу найти. Не найдем, так расход, значит. В смысле, а чё, почему, блядь, я никуда не левал? Ты слышал, что я тебе говорил время трайлера, или не было слышно? Нет. Да было тебя слышно. Не тихо, конечно. Да не, я просто говорю, пока танчите лицом к РД-зоне, он не танчит. Будет его как-то странно. Хотя я и подумал, наверное, поменять надо. А чё, еблан что ли? Какая разница, как лич повернут на первой фазе? Чё ты сказал? Я говорю, какая разница на первой фазе? Чтобы ловушка кидалась правильно в одну точку, либо на БДК, либо на мили-зону. Ой, то есть мы упали из-за этого, да? Или из-за того, что шаман не спали? Пытается найти, блядь, на таргет нахуй одного человека и все. Причем тут как повернут лич? Ну, притом, ты стоишь, его танчишь, допустим, лицом к протопалу. Кидается ловушка на тебя. Ловушка впереди миликов. Миликам надо отбегать, терять свой ДПС. Ловушка кидается, блядь, рандомно на члена рейда. Ты не понял, что я тебе сказал сейчас? Да я вообще не понимаю, что ты пытаешься объяснить мне. Да я тоже не понимаю, как ты вообще дотанчил до реча. Особенно на профи.
Я ничего не танчу. Блять, переубивал нахуй больше, чем, блять, у тебя волос на голове. Ну. Ну давай. Олег лыс. Бы пиздой отсюда тогда с рейда. Ты жалостью прикуси. Ну давай, до свидания. Какой-то ловливый БДК. Рога вместе с ним тоже пиздуй. Давай заходи на рогу, сейчас попробуем выбрать. Присел тут. Сейчас напишем Трисе. Не знаю, как можно, не знаю, как вы заметили или нет, но на профи мне подгорела задница от этого ДК, как он танчил. Когда вообще где? Я заметил, что он неправильно танчил. Но подгореть-то чё? Там вой дверка пару раз ему кричал, а он все равно не подводил. Своя методика. Да, таких